Завтра, в пятницу, 5 июня, в Магадане начнут принимать заявления от избирателей, которые планируют участвовать в общероссийском голосовании по поправкам Конституции дома. У горожан будет возможность проголосовать не на участках, а у своих подъездов. Во дворы приедут представители избирательной комиссии и наблюдатели с переносным ящиком для бюллетеней. Избиратели предъявят им свои паспорта в развернутом виде, не передавая в руки, и получат бюллетени. Такое голосование продлится не более 15 минут. А избирателям и представителям комиссии нужно будет соблюдать дистанцию не менее 2 метров. Кроме того, жители областного центра при необходимости смогут проголосовать на дому. Ящики для бюллетеней представителей избиркомов поставят у дверей. Напомним, плебисцит пройдет 1 июля с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Каждый избиратель, который будет приходить для голосования, он обязательно пройдет термометрию. Это будет дистанционный термометр. Обязательно получит маску, перчатки, сможет воспользоваться асептическими средствами. Его на избирательном участке будет встречать волонтер, который это все ему вручит. Он получит ручку. Каждый избиратель, да, для того, чтобы не было необходимости ее кому-то передавать из рук в руки. Ну, вот, обязательно будут антисептические коврики для обработки обуви. То есть в данном случае там, каждые 2 часа это обработка помещений, поверхности. Подробное интервью с председателем региональной избирательной комиссии Николаем Жуковым смотрите после программы «Магаданское время» в 20:15 на телеканале МТК «Видео».